Премьер-министр Португалии подал в отставку, и президент уже объявил, что принял ее. Антонио Кошта покидает правительственную резиденцию после утренних обысков во дворце Сан-Бенту и в других местах. Они проводились в рамках расследования прокуратуры по делам, связанным с правительственным управлением, проектами по добыче лития и водорода. Премьер подозревается в торговле влиянием и коррупции. Meu entendimento que a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e menos ainda com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão à Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. Полиция уже задержала руководителя аппарата премьер-министра и мэра города Синиш. Подозреваемыми по делу проходят два португальских министра. Сам Кошта заявил, что узнал о ведущемся расследовании во вторник утром. Против него будет возбуждено уголовное дело. Уходящий глава правительства заверил, что не знает, в чем заключаются обвинения, и выразил готовность полностью сотрудничать с правосудием, добавив, что уходит с чистой совестью.